Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, чем европейская Бурма отличается от американской. Бурмы или бурманские кошки разделяются на два подвида – европейская и американская бурма. В некоторых странах эти подвиды считаются отдельными породами. Как видно из названия, одной разновидностью активно занимались европейские заводчики, а другой – американские. В чем же отличие этих двух видов бурм друг от друга? Попробуем разобраться. Первое яркое отличие двух видов бурм друг от друга – глаза. У европейской бурмы они большие и раскосые. Эти кошки известны своим взглядом из-под лобья. А вот у американской бурмы глаза большие и круглые. Они придают этим кошкам детское выражение мордочки. У обоих видов глаза широко расставленные. И американская, и европейская бурма имеют уши среднего размера, однако у американской бурмы они расположены ближе друг к другу и не наклонены вперед, как у европейской бурмы. Из-за большого расстояния между ушами заводчики прозвали уши европейских бурм развесистыми. У американской бурмы мордочка округленная, короткая и широкая, присутствуют полные щеки. У европейской мордочка имеет форму короткого тупого клина. У этих кошек широкие скулы и челюсти, крепкий подбородок. Обе разновидности бурм имеют тело средних размеров, обе элегантны и грациозны. Американская бурма отличается от европейской более тяжелым телосложением. У европейской костяк легче. Различно у этих кошек и строение лап. У американской бурмы они имеют круглую форму, а у европейской – овальную. У европейской бурмы по стандарту окрасов больше, около 10. Эти кошки могут быть голубыми, шоколадными, лиловыми, красными, кремовыми. Возможны различные варианты черепахового окраса. Стандартом же американских бурм принято только 4 окраса – соболиный, голубой, шоколадный и платиновый. Таковы основные отличия между американскими и европейскими бурмами. Все они касаются внешнего вида, а вот по характеру эти две разновидности бурманских кошек очень похожи. Они ласковые, общительные, дружелюбные. И самое главное, что американская, что европейская бурма невероятно сильно привязываются к своему хозяину. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!